Facebook появится функционал Tinder. С ее помощью пользователи смогут встречаться в реальной жизни. В социальной сети Facebook появится функционал популярного сервиса онлайн-знакомств Tinder, с помощью которой пользователи смогут встретиться в реальной жизни, передает Motherboard. Издание сообщает, что с помощью новой функции можно будет выделить из списка друзей тех, с кем бы хотелось увидеться. При этом общение будет возможно, если желание его продолжить будет взаимно. Для этого, возможно, будут заданы приватные вопросы. В Facebook эту функцию называют новым способом встретиться, и по своей сути она является своего рода аналогом сервиса онлайн-знакомств Tinder. Ранее корреспондент Net сообщал, что в Facebook появилась новая функция трансляции с эффектами. По материалам сайта news.com.